Друзья, проиграл 700 рублей на этом сайте. Вот такой вот сайт вот. Это получается у нас, как он называется? Testigo. Вот, видите мой профиль. 11 рублей осталось. 796 вот этих теков заработал. Проиграл 700 рублей. Вот то, что у меня было. Смотрите, старые 15 скинов. Это... Сейчас мы нажмем и посмотрим, какие операции там я производил, получается, вот. Видите, да? Вот эту наклейку утешительную дали за 2 рубля. Вот, какие скины мне выпадывали, друзья. Два кейса по 300 рублей открывал. Один самый дорогой, только вот этот выпал на 137 рублей. И то потом по крафту он ушел, просто ушел. Видите, да? Это просто, я не знаю, как назвать, первый раз зашел, первый раз зарегистрировался, и 700 рублей в минус. Тупо просто на вот этом сайте Testigo, по ссылке вот от этого миллионника, ютубера, даже не дали мне вот этот, как его там, кто первый заходит и берет какие-то там бонусы, не дали ничего, кружили, 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 всякая разная ерунда, вот имейте в виду, что вот на таком... Кейси 8 я открыл, по апгрейды 6 у меня были. Здесь это посмотреть, как я понимаю, невозможно. Вот, осталось 11 рублей, пополнить баланс, то все. Видите, да? Вот то, что хотел до вас донести. Testigo с первого раза мне 700 рублей проиграл, ничего не дал. Не знаю, думайте сами, стоит ли здесь вообще регистрироваться. И что-то тут, не знаю, короче, полный бред. Всем пока. Testigo невыгодно.